Парк «Народный» продолжает преображаться. Работы, по словам подрядчика, идут строго по графику. Напомним, территория благоустраивается в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Ведется асфальтирование парковки, ведется устройство, значит, газонов по периметру площадки под хоккейный корт. Продолжают устанавливаться малые формы, ну и ведутся работы по, значит, по лестничному маршу со стороны улицы Фрунзе. Также сейчас устанавливают бордюры под игровые площадки.